Всем привет! Сегодня я хотела вам показать, как сделать обычную английскую резинку, которая используется для снуда, чтобы придать ему больше пышный такой объем красивый. В общем, в принципе, с нее вяжут и шапочки, и снудики, и шарфики. В общем, как говорится, ну, у кого какая фантазия. Я покажу вам небольшой образец, для него наберите 20 петелек. Я обычно набираю 2 крайние петельки на одну спицу, затем приставляю и довязываю нужное количество мне петель для того, чтобы был не растянутый краешек. Итак, вот я набрала 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Теперь вытаскиваем одну спицу, на которой не были набраны начальные 2 петелечки. Вытянули. Теперь первую кромочную снимаете, следующую провязываете лицевой. Теперь смотрите, резиночка английская состоит из чередования лицевых и изнаночных петель. Но изнаночная петелька в этом узоре не провязывается, провязывается только лицевая. Вместо изнаночной мы делаем такой вот накид из петелечки и вместе с изнаночной снимаем, не провязывая. Затем идет лицевая, провязываете лицевой. Изнаночная с накидом просто снимаете. Лицевая провязываете. Вот так вот ниточка перед работой вместе с изнаночной снимаете. Лицевая, ниточка перед работой снова снимаете. Лицевая, ниточка перед работой снимаете, лицевая, накид с изнаночной снимаете, лицевая, накид с изнаночной снимаете, лицевая. И так идет чередование. Лицевая, накид с изнаночной снимаете и кромочная обязательно изнаночная. Провязываете уже изнаночной. Это единственная изнаночная петля, которая провязывается в этом узоре. Следующий ряд, смотрите, кромочная снимается, идет дальше лицевая с накидом. Вы их провязываете вместе одной петелькой лицевой. Затем снова по рисунку у нас идет изнаночная. Мы снова ниточка перед работой и снимаем, не провязывая, делаем накид вместе с изнаночной. Лицевая с накидом провязывается лицевой. Теперь ниточка перед работой, изнаночная с накидом просто снимается. Лицевая с накидом провязывается, изнаночная с накидом снимается. Лицевая с накидом провязывается, изнаночная просто снимается с накидом. Лицевая вместе провязывается, изнаночная снимается. Итак, лицевая вместе провязывается, до конца ряда делаете. Изнаночная снимается вместе с накидом, лицевая провязывается с накидом. Изнаночная с накидом снимается, последняя кромочная обязательно изнаночная. Переворачиваете на другую сторону, кромочная снимаете, лицевая с накидом провязываете одной лицевой. Ниточка перед работой, изнаночную с накидом снимаете. Лицевая с накидом провязывается, изнаночная с накидом снимается, не провязывается. Лицевая с накидом провязывается и так далее. Смотрите, как вы заметили, узор очень легко вяжется. На самом деле здесь принцип один и тот же. Изнаночная никогда не провязывается, а снимается с накидом. А лицевая с накидом провязывается лицевой всегда, то есть и с изнаночной стороны, и с лицевой. И закономерность этой резинки, то что она с двух сторон имеет одинаковый вид. То есть я сейчас вам немножечко провяжу, покажу, что у нас получается, если чередовать вот так вот, снимая изнаночные с накидом и провязывая лицевые с накидом вместе лицевой. Кромочные провязываете изнаночной, первую снимаете. Итак, вот я сейчас вам провяжу немножечко, покажу несколько рядочков. Вот я провязала несколько рядочков. У нас получился замечательный вот такой вот рисуночек. Я бы сказала, не косички, а колоски объемные. То есть он выглядит намного красивее, чем просто резинка один на один, но подходит не на все изделия. То есть в качестве резинки он не очень подходит. Он подходит в качестве объемного узора для снуда, либо шарфика, как мужских, женских, так и детских изделий. То есть подходит больше всего для аксессуаров интересненьких таких вот.
В общем, единственное, что, когда будете вязать, допустим, снуд, шарфик, учитывайте то, что этот узор в полтора раза расширяется. То есть при наборе петель у нас вот такое где-то было, ну, как бы расстояние набранных петель, то узор, как видите, расширился в итоге. То есть он не сужается, как вот резинка обычная 1 на 1. Я надеюсь, что мой видеоурок вам понравился. И главное самое, что он помог вам разобраться, как вязать английскую резинку. Я надеюсь, что было все понятно. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных вам петелек. Пока-пока!